В Губкинском торжественно открыли хендлинг-зал в здании филиала УДГУ. Это пространство, где школьники будут заниматься кинологией, воспитанием собак. Занятия в кружке «Юный кинолог» на базе станции технического творчества начались в этом учебном году, и воспитанники уже демонстрируют первые успехи. Юных кинологов поздравил глава города Андрей Гаранин. Воспитать домашнего питомца решили более 30 школьников. Они хотят, чтобы их питомцы были успешными, чтобы у них были определенные результаты на всевозможных соревнованиях и выставках. Я уверен, что у них это обязательно получится. Подробнее о школе кинологов мы расскажем в ближайших выпусках новостей.